Ну что, всем привет, с вами Гришаня Лак, и мы начинаем Ultimate Fast Cup номер 12, где у нас встречается команда RKEK и UGS. Вот, в общем, такие команды у нас сегодня будут играть в 1-32 нашего Ultimate Fast Cup'чика, и это BO1, так что здесь проигрыш равносилен поражению полному. В общем, что у нас можно сказать про наш этот Ultimate Fast Cup? Первое место получает аватар Savage Mace Chronos. Второе место тоже. И третье. Четвертое получает только Сильвер. А ко мне сейчас присоединяется бравый боец. Прямо лютый саппорт команды Roar. Старсик. Йоу, Старсян. Привет. Опа. И всем доброго субботнего вечера. Во, отлично. Что-то так плохо слышно тебя. Меня плохо слышно? Да. Прям очень-очень. Сейчас посмотрим. Нет, скайп на полную. Что за фак? Ну, неплохо, а тихо. Понятненько. Ну, будем считать то, что я очень сильно спокойный. А у тебя слышно прямо очень-очень хорошо. Даже. Так, сейчас тогда убавлю звук. Да, Понял. звук кончика. Ну, в общем, пока ты там совершаешь разные манипуляции, я представлю тех, кто у нас играет. Вот. Я бы так сказал, то, что у нас играет команда RKEK, но они больше напоминают команду Newbie, потому что слишком много всяких Newbie там. Вот, ну и представляю. Драфтер команды RKEK это Don't Fit, XVL, я суппорт, Пудорас 3000 и Slowly Molly. Команда UGS это Top Secrets, Ласка, Дезвинг, Мистер Глюк и Спидман. Такой микс. Да, микс прямо. Микс из веселых парней. Так. Надеюсь, меня, кстати, на стриме там хорошо слышно, потому что я только недавно обновил гарнитуру, и поэтому вот, возможно, что какие-то неполадочки будут происходить. Вот в чем дело-то. Да, ну я, короче, купил такие же наушники, как у Азамата, у Женьки Шира. Для меня это, знаешь, как меня пустили просто как обезьянку, дали мне пулемет, и я теперь Dark могу Lady. сражаться с этой многокнопочной фигней. Сейчас на последней секунде забрали Dark Lady. Dark Lady. Я уже думал, будет рандом и переигровка. Ну это было бы совсем печально. Мы так долго ждали, когда ребята собирались. Вот, кстати, давай посмотрим по пику. Мортир Лакс. Довольно-таки известная комба. Ну. Паразит, понятно. Так. Сонер. Так, стоп. Давай теперь разберемся. Как же пойдут эти парни? ТДЛ одно могут оставить. Отца обузили. Let's get on. Господи, надоело так сразу стоять против фараона. Не, забузили этот. Отчет на 5 секунд лишних. Старая, прямо такая старая тема, которую постоянно юзают. Я там в стриме постоянно плачу, думаю, ё-моё, что вы делаете, мерзавцы. Так, а кто же будет все-таки на харде встать в легионом? В принципе, это можно делать и призонером. Первым хуком крипов на себя отталкивать, а затягивать, вернее, и бить вести под вышку. А вражеская, нет, своя пачка на них не агрится. Если видел, может, так. Ну, если тут увидеть, что гантеля есть у вражеской команды, там по-любому будет гантеля, либо рапса, либо глац. Кто-нибудь да точно будет в дабл миде стоять. Вот тут ставить либо соло призионера, либо соло флакса. Потому что ТДЛки, не знаю, ТДЛки нужен фарм. Как ни крути. Там. Если команда UGS, в которой у нас такой прямо интересный микс играет из ребят, я думаю, они там договорятся и отправят, скорее всего, вот Спидмана как раз и отправляют, скорее всего, на харду, где он будет доставлять проблем для ТДЛки.
Вот у команды Хеллборна, в принципе, это все понятно. Их можно нормально так помутить еще. Можно фараона отправить в соло. Поставить какую-нибудь триплу на харду. Как вариант, можно всяких разнообразно поставить лайны. Вон, панчдагер купил Гэнглит. Заявка. Ну, за 500 панчдагер у Гэнглита. А, ну да. Наверное, сейчас он продаст, конечно, так чисто на паузу. Что успел, то купил. Хотя Легион поставил на паузу. Ну, все равно интересно. Оставят ли ТДЛ-ку одну? Если оставят, это будет провал. Ну и Кстати, также. Давай, рассказывай. ну тут уже не по игре, а так, что понравился твой недавний стрим, когда ты был сначала один, потом Шеди. с Шеди, да. Да, всем понравился. Все выразили свое Знаешь, мнение. мне даже написали те люди, которых я никогда не видел в чатике. Настолько я тогда свою популярность либо поднял, либо просто растоптал. Хотя какая популярность? О чем это я вообще говорю? Стрим Ultimate Fast Cup. Меня вот. Ой, жесть, конечно. Не, ну тогда зато мне было весело. Я пришел с работы, думал, сейчас усну, а тут начал сам себя веселить. И даже в музыкальных паузах ставил песни, которые, наверное, никогда в жизни не слышал. Ну просто так вбиваю какую-то рандомную тему. Опа, что-то вышло. Давай его включать. Видно, что как относится как к фановому турниру. Все пишут, общаются друг с другом. Опа. А, Микротихо-мистер. вот! Его я Вот он. предупреждал. Вообще. Да не, сейчас я сделаю все. Все сделаю. Самое прискорбное то, что я делал проверку микрофона. Прям так жестко. А сейчас нормально слышно меня? Ну, я, в принципе, тебя прибавил. Не, я полную громкость прибавил, а вот хоновские звуки убавил. А, понятно. Я тебя хорошо слышу, да. Так, а сейчас сделаю чуть громче. Ну ладно, короче, у меня должно быть нормально слышно. По крайней мере. Я Ничего не так знаю, у думаю. вас плохо. Да, это все у вас плохо. У меня все хорошо. Я просто до этого тестил этот по записям. Делал записи, этот локальные, и смотрел. Все было ничего, да? Да. Тут меня просто по-любому сейчас этот по-любому надо мной издевается эта гарнитура. Там советы пошли, там записывающее устройство открой. Стройки микро. Так, ну-ка, ну-ка. А где? Чистоту в настройках. Let's get it on. Не, ну хорошо, что пока пауза меня как бы проинструктировали. Спасибо вам. Ну, паузу отжали уже. Да, теперь паузу отжали. Что делать? Что делать? Что делать? Не, ну я в принципе громкость прибавил. Сейчас посмотрим, может что А нарисуется. через 6 минут скажите, как оно, да? Да, через 6 минут, я надеюсь, вы мне подскажете. Так, смотри. ТДЛ-ка пойдет на харду с паразитом. Ну тут команда. Ну. Опа. Опа, ты смотри, какие крутые. Начинает сбивать. У нас дурак для ТДЛ-а получает по очень сильно. Команда легиона-то и не чекает даже совсем. Команда легиона, так ты не в курсе. Ну, если фараон пойдет потом на изилайн, как бы более-менее расстановка у легиона будет плохая. На самом деле, я сколько уже вижу стримов, никогда не видел того, чтобы Конгора отдавали какому-то одному персонажу, на добивание. Третий? Нет, пятый, если он соло, если убивает, то пятый. Пятый, ну вообще это крутяк. ТДЛ-ка с Дарклейдом. Ну, я не знаю, может быть это не настолько профитно, как... Ладно, пятый левел пришел на лайн, вовсе бояться.
и все, остальные как бы тоже первые. Ну сейчас когда крипы подойдут, будет понятно. Команда упорка что-то. Знаешь, такой не знаю. А, гантеля, дури. Все, убивает. Очень долго пилили. Так, бустикоп вырос. Эх. Теперь все это команда легиона замешательства. Нет, блин. Кстати, кто у нас забрал? Лока Конгорта. Затянул, просто и убил. Готели даже никакой скилл не дал. А в принципе, что ему давать-то? У него только перчатка и катчер. Не, вот да. У меня всегда такой вопрос. Зачем дают керри, которого еще плюс 2 саппорта? И флакса будут убивать. Флакс, живи! Нет. Know your place, peasant! Флакса. Он пласкал. Фараончик, в принципе, будет себя чувствовать очень плохо, когда ДДЛ-ка будет на него бежать. Ой. Он дал стан. Я все забываю, когда первый убил фараона. Hellfire? Да, Hellfire. Я хочу Blessed Fire'ом назвать. Почему это постоянно? Так, смотри, Гласиус у нас. Убегает сейчас. Подтаскивает гантелю. И? Должны убивать пенсионера. Пытался отпиться, но не помогло. Было бы сейчас обидно, если бы еще одна плюха катала и летела. В общем, игра обещает быть веселой. Ну, 3 килла за 2 минуты. Считай конгура. Ну не знаю, на какой-то свап-лайн нам. Хотя делать. Просто паразит в вражеском лесу как-то не очень. О, что ли? Так, назад. Ты это видел? Как в комнате снова говорит миллионер. Ой, гантеля. И все, начался трейд какой-то. Жуткие движухи вчетвером на второй минуте. Ага, тут только один спидер с этим, с токеном. Фармил. Ну, занят любимым делом. Тут не поспоришь. Никто не мешает. Бьет крипов, давай посмотрим. ТДЛ-ка 13-3, 12-4 у Ревенора. Ну, сколько я стримил Gold Division, постоянно на стаках Ревенора. Этот да, уже все мне это сказали. Стопит. Надо написать, типа, я в курсе. Да. Спасибо. Тех проблему со звуком потерпите. Писал на Рекс. Потерпите. Вот и как раз у тебя этот. Тебе как раз пока делать нечего, ты можешь открыть стрим и послушать. Ой, Спидман как лайк упал. Паразита хлоп. Ой. Просто нагло, да? Почему нет? Токена там уже нет. Сейчас бы под. ТП-шка призонера бы очень зарешала. Но он идет на фараона, и они должны как-то, не знаю, реализовать этот ганг. Да-да-да. А ТДЛ-ка даже это спустя. Алло? Типа, зачем? Давай, Андрюк, открывай это. Стрим и рассказывай. Так, ну на стриме пока что стоит пауза, там даже. Ну видишь, пока там пауза, я как раз звука не увеличивал. Плохо. Так, ТДЛ-ка. Будешь мне ухом. Ну что это?
ДПС тебя обманывает. Ты вроде такой сидишь. Увеличиваешь. Да, не, вроде все нормально. ВС говорит, ну что ты там не увеличил? Увеличить его, это не значит, что звук ОБС бесплатно. Сначала надо заплатить так. Фараон гоняет ТДЛ-ку. Ой-ой-ой-ой-ой, Фараон! Неудачная попытка. Ну, сам попробовал. Слово, не получилось. Да, все еще плохо слышно. Тихо слышно. Даже после паузы, да? Да, даже после паузы. Эх. Ладно. Сейчас мы сделаем кое-что. Очень подлое. Это... Я не понимаю. В общем, я сейчас... А, нет, смотри. Все, теперь вроде нормально. Должно начать слышно. Потому что я увеличил. А тут у нас какой-то шорох происходит. Пытались убить Флакса, за это должны убить Ревенора. Ревенор. Спидман, почему ты... Бум. Почему ты продал свою рапсодию? Почему ты так нагло продал своего тиммейта? Смотри, не уходит. Так, смотри, Ревенор-то не собирается уходить, типа, давайте, гоу, ПВП, пацаны. А было бы так круто. Сейчас он за это еще и умрет. Так, Гласиус. Гласиус пытается убить призионера и убивает призионера. За это он начинает доставать ульту, мортиру, умирает. Паразит тоже умирает. Что творит Ласка? Ласка и... просто очередной раз всех обласкал. Так. Смотри, квадкил. Красавчик. Кто здесь Ласка? Кто здесь Ласка? Умничка, блин. Да-да-да. Все, герой нашей, да, программы. Он даже сам это написал. Вот. Я тут такой сижу, стримлю, а мне тут столько советов в скайп прилетает. Ой, кол только что. Резинер. Гантеля-то убегает. Гантеля просто ультанул и убежал. Оп. Как ты хорошо сыграл, как вообще. Мне понравилось. Перчатка просто выпала. Не, жесткая тема. Так, Ревенор. Спидман, почему-то показался на своем коротком лайне. Его тут, собственно, приняли. Спидман, Спидман. Как по мне, так сейчас видно эти фанстаки. Отсутствие как бы лайн-бардов. Отсутствие вообще всего. Всем что-то по барабану, так паразит. Не, смотри. Сейчас два саппорта еще и отъедут. Получай. А нет, смотри, тут фараонище. Бежит, закрывает двоих, спидман, патимол. И отлично, это не платно. Я ж грешным делом подумал, что спидман байбек сделал, но нет, просто... Просто резнус. Седьмой левел. Просто не отдали ласку. Угу. Кстати, сегодня же ждет, получается, у нас 4 игры, да? Да. Так, не, 100% 4 игры, там последняя игра на 20-30, по-моему, запланирован. Так, удачный хук от Гантели, удачный хук. Ой, я, короче, потерялся. Так, Рапсодия хорошо улетит, защищает Гласиуса, минус ДДЛ-ка. Опять ласку засейвит. Да, и минус и... мортир. Да, и в итоге у нас 6-17 счет. В пользу упором, да. Спорня доминирует. Доминируй, властвуй, унижай. Кстати, сейчас реснится, по-моему, новый конгор уже. Можно будет его сразу же забирать. Запинать. Так, тут у нас лучники прибежал, этот паразит. У паразита все очень плохо, на 10-й минуте у него
Чили, сапог и частичка фейзов. Ну, он умер три раза, у него 158 кп. Ну, не знаю, по крайней мере, паразиту никто не мешал фармить. Он сам себе мешал фармить, выбегая и умирая. Угу. Кстати, спидман не самый топ КПМ. А, это Вантелю. Так, врывается у нас фараон, а фараон должен попытаться убежать. Флакс. И тут у нас Рапсодия приходит. Тем временем на миде. Ого, убивает Флакса. Также убьют еще ТДЛ-ку, лол! Too easy. Так, я не видел, что было на, на боте, но... На миде... Призонер въехал в Гантелю. Его спас Гласиус и начал сразу же раскастовывать ульт, но тут же Гантели сбил своим граплом ульт Гласиуса своим мужа. Это по ходу дела было запланировано так. Ты слишком много убил, уйдете. Для саппорта ты слишком много убиваешь. Так, то есть у нас еще призионера, должна быть грапла. А, грапла, 6 секунд. Что? Так, ласку. Пытается опять обласкать и будет скилл. Смотри, этот саппорт 300 плюс КПМ умеет. У тебя когда-нибудь было на саппорте 300 плюс? Нет. Нет? Мне кажется, это вообще... Ну, это квадкилл. Да нет, просто, наверное, Вадим очень хорошо играет. Ну да, есть такое. Интересно, почему... Он с вами в Gold Division не играл. Так, фараон у нас в очередной раз наезжает на Флакса. Ну-ка, давай, отвечай. Колись. О, спидман бегает с алхимиками. У нас были довольно небольшие разногласия. Он бывало выходил из скайпа и играл. Так, молча. Убиваю Флакса. Когда происходят такие вот мувы, так, фараон должен умирать сейчас от бродяги лидера. От бродяги лидер получает по голове от Hellfire. Батарейка. Бум. Это, конечно, прям жестко. Такая просто неудача. Так, Гантеля. Погоня за ТДЛ-кой. Спидмана нет ПК. Что-то мне показывает, что у паразитов качаны первый и второй скилл на 3. Это правда? Где паразит? Как такое может быть? 7-й левел. А, ну да, может. Просто он не замаксил второй. Все, я прекрасно считаю. Разделил просто. Разделил. Не замаксил, ладно. Взял меня с утверждение этим самым. Не, ну такой типа, чё, дамажить-то тоже надо. Мортир 4 левела смотрится, конечно, немножко уныло на фоне Ласки, который бегает 10 левел. У него уже такой огромный затар, плюс еще и гем он купил. Да, просто в наглого один стоит с гемом. Я его уже столько раз пытались убить, но ему как-то не получается его наказать. Так, ну тут у нас выход паразита и призионера. Надо Ласки просто дергать отсюда. Хотя, езжает на Рапсодию. На Рапсодию? Рапсодия должна умереть, а тут фараон. Вот отлично, Гантеля, Даркледи. Вот Даркледи. Фараона с хоблом, конечно, убивать. Опять приходит сюда Ласка. Так. Так, я не понял, кого. Так, пытается... Ну, как... Блин, у меня такое ощущение, что он очень толстый уже. Этот Гласиус. Опа. Это план на Новый год стать жирным. Ну, в общем, ГПМ вы видите, 14800 преимущество за командой. А за какой командой? UGS. За той. Опа. Ну. Теперь говорят, что я ору. Ну, мать моя женщина, что мне делать? Обам не угодишь. Сделай микро чуть потише. Все выйдет. Поцела. Чё так лакарю? Сделай тише.
Вы его рассердили, да? Теперь я начал орать. Заглушил фон, заглушил тебя. А там вот объявление, что Сиси Ксюши потеряли владельца. Да, привет, передаем. Ксюшке и Крисар. Наш. Ее Сиси потерялись. Наоборот. Конгор has been slain. Флаг сильно громкий. Ну хорош. Так, такого не может быть так. Хочу умирать. Призонер тактичный быстро поржал. Все-таки после консиду показали маску. Ну это так. Он байбекнул. Да уж. Да, конечно, веселая игра. Спасибо обеим командам. Это команда RKEK и команда UGS. Я думаю, все у них впереди, и все будет очень хорошо, что у одной, что у другой команды. Так, а сейчас мы будем смотреть за какой-то, за победителями, собственно, или какую-то другую еще найдем. Да, кстати, найдем какую-нибудь другую по-любому. Хочу заметить, вчера заходил на стрим Психо, он там мотивировал своих тиммейтов и так далее, что сегодня этот турнир будет их. Я просто чекал сетку и увидел, не увидел Психа, в общем. Странно. Поэтому, да, поэтому я не знаю, я бы тоже хотел его застримить, потому что такая VIP-персона, тем более у нас вернулся Вуку с армии. Все спрашивают, кто же такой Вуку? А Вуку это есть кто? Этот парнишка себя зарекомендовал когда-то. Да, кто с нами, как сказать, старше года, следит за... Зачем он следит за компетитив геймами, так сказать? Вот знает, кто такой Вуку. Это точно. Ну что, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, буквально на пару минут, поищем новые игры. Может быть, если там никто еще не прошел дальше по сетке, найдем какую-то из 1.32 и дальше будем стримить. В общем, Старсян, ты тоже никуда не убегай, я тебе... Не, не дам тебе мут, я тебя просто вырублю, как мерзавец. Воспользовался мной. Да, ты переходишь, ладно. Я надеюсь, за мной. Ты меня не кинешь же сегодня. Да, я здесь на все игры. Отлично, спасибо большое. Так, в общем, Старсика я вырубил, потому что он много говорит. Вроде меня должно начать слышно... Ну, должны меня слышать более-менее хорошо. Я потому что тут покопался в настройках и думаю, все будет окей. В общем, ну, переходим на музыкальную паузу. У нас будет очень веселая музычка, какая вам всегда нравится от Лага. Не уходите от нас.